Генеральный совет ВТО в Женеве одобрил назначение на пост главы организации представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивиалы. Бывший министр финансов Нигерии вступит в должность 1 марта. По словам Оконджо-Ивиалы, в первую очередь она сосредоточится на вопросе восстановления мировой торговли после пандемии коронавируса. Она напомнила, что организация сталкивается с многими проблемами, и слаженная совместная работа сможет сделать ВТО более сильной, более активной и адаптированной к сегодняшним реалиям. Дорога была неопределенной, долгой и трудной, но наступил новый день, и можно начать настоящую работу. Сегодня страны-члены ВТО вершат историю. Впервые за 73 года существования организации женщина-представительница Африки назначена на должность гендиректора. Это прорыв, и я настроена оптимистично. Свои поздравления направила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая отметила историческую важность момента и заявила, что ЕС поддерживает реформирование ВТО и поможет защищать основанную на правилах многостороннюю торговую систему. Пост гендиректора оставался вакантным с 31 августа прошлого года, когда его покинул до истечения срока полномочий прежний глава ВТО Роберто Азаведу. Ранее назначение Оконджо-Ивиалы было заблокировано из-за позиции предыдущей Вашингтонской администрации, которая поддерживала кандидата от Южной Кореи Ю Мён Хи.